Обратите все языцы, уразумейте страшные тайны силу. Христос воспас наш, еже в начале слово, распяться нас ради, и волею погребеся, и воскресе из мертвых, еже спасти всяческая, тому поклонимся. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Продолжается праздник Пасхи. Неделя четвертая по Пасхе сегодня, так называемая неделя о расслабленном, то есть когда читается Евангелие и вспоминается чудо исцеления Спасителем расслабленного человека. Прозвучала первая стихира из воскресного Актоиха на утренне, на хвалитях. «Приидите все языцы», стихотворный перевод такой: «Приидите ныне все народы, уразумейте сердцем вы весь смысл спасительной свободы, все искупляющие любви. Христос, живущий прежде века, Он, Слово вечного Отца, распялся ради человека, терпел страдания до конца. Сошел во гроб своею волей, воскрес из мертвых, чтобы грех изгладить наш, спасти нас всех и увенчать небесной долей. Приидите все теперь, кому свое спасение драгоценно, приидите, братья, и ему все поклонимся умиленно». С праздником, дорогие братья и сестры, и с днем памяти святителя и чудотворца Николая. Сегодня празднуется день перенесения его мощей. Я хотел бы поздравить всех именинников, а Николаев в России очень много, и от них же первый был Аз, то есть в крещении я носил имя Николай, со Днем Ангела, пожелать всех благ от Господа и в качестве такого именинного подарка предложить послушать один из моих любимых хоровых концертов Дмитрия Степановича Бортнянского, концерт номер 34 «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его» в нашей интерпретации. Прощаемся, дорогие братья и сестры. Благодарю всех, кто откликается на мои передачи, на мои слова. К сожалению, за нехваткой времени не могу всем ответить письменно, но всех молитвенно помню. Храни вас Господь. Христос воскресе. До завтра.